на канале «Россия-1» состоится повтор четырехсерийной мелодрамы «Качели», выход которой ожидается 20 мая. В центре сюжета сериала Кира Алексеева. Однажды, после выпускного, ее изнасиловал одноклассник Никита. Кира забеременела и решила сделать аборт, но передумала. На почве переживаний от сердечного приступа умирает мать Киры. Перед смертью она рассказывает дочери про отца-бизнесмена Гарая из Москвы. Узнав о том, что Кира так и не сделала аборт, мать Никиты, влиятельная чиновница Зарецкая, предлагает девушке деньги и угрожает ей. Но Кира отказывается убивать ребенка. Она еще не знает, что у нее будут близнецы. Угрозами Зарецкая не ограничивается. Вскоре Киру на улице избивают неизвестные. У девушки остается единственный шанс спастись. Она сбегает в Москву на поиски отца. Однако Гараю совсем не до проблем Киры. Он уверен, что она аферистка. Тем временем обстоятельства кардинально меняются, и Зарецкая решает во что бы то ни стало отобрать у Киры своих внуков. Главные роли в сериале исполнят Валерия Бурдужа, Борис Хвашнянский, Артем Курень, Татьяна Колганова и другие. Повтор четырехсерийной мелодрамы «Качели» состоится 20 мая на канале «Россия-1». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.